Не переключайтесь. Полуфинал Кубка на ваших экранах. Вместе с вами за этим матчем будем следить мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Да, всем привет. Каждый из сегодняшних соперников достоин играть в финале. В таких турнирах на этой стадии не может быть слабых или случайных команд. Тут только элита. Это битва команд, это битва тренеров. И сегодня будет по-настоящему классный футбол. Так нападению обеих команд может похвастаться действительно звездным составом. Как они сыграют сегодня? Да, думаю, матч будет достаточно напряженным и нервным. Эти игроки очень скоростные и могут раскачать оборону любого соперника. В общем, скучать нам сегодня точно не придется. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Нам показывают состав команды гостей. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Игра началась. Совсем скоро мы узнаем, какая из команд выйдет в финал Кубка. Команды прошли долгий путь до этого матча. Игроки понимают, что следующая остановка – это уже финал. А там и до трофея недалеко. Поэтому сегодня будет настоящий кубковый футбол без компромиссов. И удар! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Хавьер Маскеран. Джао Миндзянь. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Маскеран. Эрнандес. Партнеры поддерживают эту атаку. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Инь Кунбо. Штрафной подачи, и есть там кому сыграть. Все правильно, выбит мяч из штрафной. И пробил игрок. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. А этот гол означает, что дальше проходит соперник, конечно, если ничего не изменится. И теперь надо изо всех сил включаться, если они на что-то еще рассчитывают. Один ноль в нашей игре.
Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Хорошо мяч перехватили в атаке. Потерял он мяч, но кому он достанется? Эрнанес. Ловесь. Эрнанес. Жозекель, ловесь. Защитник блокирует этот навес. Отдал явно не так, как задумал, и мяч ушел в аут. Джао Миндзянь. Ло Сенвинь. Эрнанес. Жозекель, ловесь. Пас за пасом следует, много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Маскеран. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ну, грузи в штрафную. Можно подать. Маскеран. Эрнанес. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Нельзя давать мяч и обрабатывать в штрафной. Опасный удар, но мяч проходит мимо цели. Действительно неплохой получился удар. Если они продолжат так пристреливаться и создавать моменты, гол, я думаю, что все-таки может прийти. Ло Сенвинь. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Все верно, края надо чаще задействовать. И подача туда, в сторону ворот. Судья показывает на угол поля. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Все просто, вынос. Мяч ушел в вал. Будет навес. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Удар? Не точно. Отличная передача в штрафную, но вот игрок на острие атаки был, мне кажется, не готов. Мячу, казалось, просто некуда было уже деться, но в воротах он каким-то непостижимым образом не оказался. Просто не хотел туда лезть и все. Джао Миндзянь. Ло Сенвинь. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Самедов. Ло Сенвинь. Джан Чендун. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Эрнанес. Маскеран. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Попал под прессинг, и это очень опасно. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Цзянь Чжипэн. Джао Юхао.
Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Нет, не дошел этот пас до адреса. Атака продолжится через фланг. И подает в штрафную. Выбит мяч из штрафной. Бьет! Вратарь! Вот это сейв! С углового мяч будет введен в игру. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Берет голкипер этот дальний удар без особых проблем. Похитрее надо действовать в следующий раз. Неплохой удар, но вратарь на месте. Но мне кажется, забить таким ударом можно было бы только, если бы вратарь ушел в раздевалку. В центр штрафной мяч направлен. Инхунбо. Хорошо мяч перехватили в атаке. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. И выносится мяч из штрафной. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Есть вариант для паса. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Эрнанес. Ло Сенвинь. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Инхунбо. Тянь Джипен. Маскеран. Маскеран. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Жень Хан. Маскеран. Эрнанес. Навес тут должен последовать. Навес не получился. Защитник сыграл хорошо. Жень Хан. Маскеран. Ло Сенвинь. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Ло Сенвинь. Эрнанес. Маскеран. Хавьер Маскеран. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Ло Сенвинь. Эрнанес. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Джао Миндзянь. Нужен навес. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Эрнанес. Будет навес. И упущен. Отличный шанс забить. Хорошая была атака. Да, что-то недоработали в этом эпизоде, ребята. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Надежда умирает последняя, а значит, у нас впереди еще 45 минут напряженной борьбы за место в финале. Они просто обязаны побороться. В отличие от соперника, им уже терять практически нечего.
Команда на поле, арбитр дал свисток, и второй тайм полуфинала Кубка стартовал. Посмотрим, как изменится игра по сравнению с первым таймом. Вне игры фиксирует боковой. Как он работает с мячом, всех обыграл и пробил. И это гол! Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Многие назвали бы этот гол случайным, но я не из их числа. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. Этот гол уравнивает шансы в двухматчевом противостоянии. У нас ничья, смотрим, сможет ли одна из команд переломить ход встречи. После ответного мяча у нас 1-1. Маскеран. Джао Юхао. Ло Сенвинь. Эрнанес. Инь Хунбо. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Жан Чендун. Есть вариант развития атаки. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Выбивает мяч игрок. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Подает на ближнюю штангу. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Эрнанес. Жан Чендун. Джао Минцзянь. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Грамотный пас, все по делу. Подавай! Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Судья показывает, что будет угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Потери и у соперника. Эрнанес. Инь Хунбо. Маскеран. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Не точно удар, мяч проходит выше. Пошли последние полчаса игры. Джао Юхао. Жень Хан. Ло Сенвинь. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле.
Защита первая на мяче, вынос. Навес напрашивается. Навес в центр штрафной. Это мимо. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Попов. Хорошо мяч перехватили в атаке. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Мяч покинул пределы поля. Аут. Свежего игрока на поле выпустят. Нет, не дошел этот пас до адреса. Эвелин Попов. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. От души по мячу он приложился. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Может получиться интересная атака. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Илья Кутепов. Маскеран. Пошли последние 15 минут. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Слишком сильно мяч у вратаря окажется. Атака остановлена, но кто получит мяч? Эрнанес. Ло Сенвин. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Накрывают его прессингом. За такую грубую игру можно и желтую получить. Желтая карточка. Все по делу. Ну, смотрите сами. Это штрафной. Железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафом. Замена у нас. И уходит игрок с желтой карточкой. Ну, что сказать. Тренер, наверное, поступил правильно. Ульсон. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они.
Хавьер Маскеран. Эрнанес. Маскеран. Эрнанес. Жень Хан. Ло Сенвень. Ху Жентянь. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Маскеран. Шанс убежать в контратаку есть у команды. И выносится мяч из штрафной. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Ничья за 5 минут до окончания основного времени матча. Еще есть несколько минут для того, чтобы забить победный гол. Не дает добраться до мяча соперник. Ло Сенвинь. Ху Жентянь. Ловись. Джао Минцзянь. Ху Жентянь. Партнеры поддерживают эту атаку. Эрнанес. Удар! Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Готовится сделать замену наставник команды. Получится у них победить. Идеальный момент. Эрнанес. Судья решил добавить 3 минуты. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Ху Жентянь. Ух, болельщики команды, которая оборонялась сейчас, наверное, выдохнули. Джао Юхао. Ло Сенвинь. Эрнанес. Основное время матча закончено. У нас ничья. И будет дополнительное время. Дополнительное время пошло. Посмотрим, как его проведут команды. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Сумеет Жиго. Отлично сыграно. Может быть опасно. Хорошо пас. Можно обострять. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Ульсон навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Семей Жиго. Ульсон. И мяч выбит из штрафной. Джао Минцзянь. Эрнанес. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Эрнанес. Тут силовая борьба.
Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Эвелин Попов. Навес в центр штрафной. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Мяч перехвачен. Плохо. Придерживает немного мяч. Решил подождать помощи партнера. Семель Жиго. Тут его прижимает, не дает пространства. И подача тут же. Ужасное исполнение. Вратарь спичка. Весь. Джао Миндзянь. И есть поддержка у этой атаки. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Две минуты добавляется. Нет, не дошел этот пас до адреса. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И правильно, долой мяч из штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок, и в итоге немного отдохнут игроки и сыграют еще 15 минут. Вторые дополнительные 15 минут только что начались. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Цзянь-Жипэн. Эрнанес. Ловись. Ну и где же навес? И мяч в воздухе после такого выноса. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Удар! И он забивает! Отличный пас и великолепный гол. Разыграли как по нотам. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Тренер, конечно, рад этому голу. Его команда повела в счете. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Ло Сенвинь. Жень Хан. Эрнанес. Ловесь. Ху Жентянь. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. До финального свистка и окончания дополнительного времени остается 8 минут. Блестящим соперником. Момент для удара. Совсем немного не точно. Чуть выше ворот. Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Заканчивается дополнительное время. Осталось играть еще 7 минут.
Это удар! Отлично он играет сейчас. Шикарный момент! Довести до ума эту атаку так и не удалось. Мяч в аут ушел. Мяч будет введен из-за боковой. Ло Сенвинь. Цзянь Чжипен. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Защита первая на мяче, вынос. Хороший пас, что тут получится? Проходит передача, а что он придумает? И пробил! Прекрасный гол! Надежды, конечно, умирают последние, но, судя по табло, надежды уступающей команды уже находятся в состоянии клинической смерти. Ну, мне кажется, этот гол назревал. Команда играет здорово и с очень большим преимуществом. Действительно, превосходство одной команды на поле есть, и счет на табло это наглядно демонстрирует. Тем временем у нас 3-1. Две минуты добавляются. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Семель Жиго. Ну что, на сегодня можно расслабиться и искренне порадоваться за команду. Они поработали как следует и победили по делу. Да, абсолютно заслуженная победа. И теперь мы понаблюдаем за ними в самом главном матче этого турнира. С большим удовольствием.